Дальние бомбардировщики Ту-22, бомбившие террористов в Сирии, возвращаются с дежурства на аэродроме Моздок. Стратегия перебазируется на авиабазы постоянной дислокации в Калужской, Мурманской и Иркутской областях. За время операции в Арабской республике экипажи провели больше 150 боевых вылетов, уничтожив важнейшие объекты инфраструктуры боевиков. Поднимаясь с аэродрома в Северной Осетии, летчики атаковали позиции исламистов с высоты в 6000 метров. При этом плотные облака и плохая видимость на точность бомбометания никак не влияли, поскольку система наведения сама определяла момент сброса снарядов.